В Доме культуры поселка Верхнеивинский прошла жеребьевка по предоставлению печатных площадей в газете «Нейва» для агитации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания области. Подробности у Ольги Бертье. Участвовать в жеребьевке мог сам зарегистрированный кандидат в депутаты, либо его уполномоченные представители по финансовым вопросам, либо доверенные лица, безусловно, предъявив соответствующее удостоверение. Поселок Верхнеивинск входит у нас в территорию Нижнетагильского округа, номер 171. И газета «Нейва» распространяется на территории Новоуральска и поселка Верхнеивинск. Поэтому, учитывая пропускной режим на территории ЗАТО города Новоуральска, решили провести, чтобы соблюсти все равные права политических партий и кандидатов на предстоящие выборы, проводим эту жеребьевку в поселке Верхнеивинск. В ходе жеребьевки разыгрывалось место агитационного материала на полосе и дата его выхода в газете. Поскольку решением Роскомнадзора в Свердловской области определено 33 печатных издания, которые имеют право публиковать бесплатную информацию о кандидатах, участвующих в выборах 18 сентября, и график жеребьевок плотный, в Дом культуры поселка Верхнеивинский прибыл представитель единственного кандидата, идущего на выборы в ЗАГС-собрание Свердловской области. За отсутствующих кандидатов конверты тянул лично председатель Новоуральской территориальной избирательной комиссии Павел Петраков. Сразу после жеребьевки он вместе со съемочной группой Новоуральской вещательной компании продолжил работу в телевизионной студии. На сегодняшний день такое состояние дел, что по выборам депутатов Госдумы на территории Свердловской области допущено 14 политических партий зарегистрированных, 9 по Первоуральскому одномандатному округу номер 173 зарегистрировано и допущено к выборам 9 кандидатов. По выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской области политических партий допущено 10 одномандатников будет участвовать по выборам депутатов по Кировоградскому округу 7 человек. Информация о результатах жеребьевок будет опубликована в газете «Нейва» уже завтра, 17 августа. А с 24 августа газета начнет публиковать предвыборные платные и бесплатные материалы. К слову, газета «Нейва» – единственное печатное средство массовой информации в Новоуральске, которое на период подготовки к выборам государство наделило высоким статусом, доверив публиковать информацию о кандидатах и партиях, участвующих в выборах в ЗАГС-собрание Свердловской области и в Госдуму. Нас это, конечно, радует, потому что мы отнесены к государственным СМИ. В общем, нам поручена очень важная функция – информировать нашего избирателя о том, кто у нас будет представлен на выборах и в Госдуму, и в ЗАГС-собрании. Избиратель должен знать, вот, кто у нас идет в Госдуму и в ЗАГС-собрании. Он должен получать достоверную, полную информацию, а партии, кандидаты должны получить равные права, что, собственно, и будет сделано нашим изданием. А с другой стороны, конечно, для газеты это достаточно проблематично, потому что получается, что мы будем отдавать большую печатную площадь для публикации наших кандидатов. По словам Елены Стрельцовой, под бесплатную предвыборную агитацию «Нейва» должна отдать в общей сложности 19,2 газетных полосы в 4 номерах. Безусловно, на этот период газета продолжит профессиональное, емкое и грамотное информирование своих читателей о городских событиях. Но все же журналистские материалы потеснит выборная информация. У нас получается, что газетных полос 12. Вот из них почти что половина будет занята кандидатами. А с другой стороны, журналисты «Нейвы» смогут в этот период заняться темами, на которые раньше не хватало времени. Кроме того, только самым авторитетнейшим изданиям области доверили столь важное государственное дело. И по словам Елены Стрельцовой, «Нейва» доверие оправдает. Мы всем даем равные возможности, и наши горожане смогут в итоге получить информацию не только о том, кто платно заявился, да, на нашей площади и будет как-то представлен, но и вообще обо всех партиях и кандидатах, которые будут в списках на избирательных участках, когда они придут туда на голосование 18 сентября. Ольга Бертье, Иван Вахмяков, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.